Друзья, я хочу вам показать разные идеи многослойности. Как я сказала, зима или даже не зима просто. Я хочу вам показать, как я придумала для себя, и может быть вам понравится эта идея, сочетать вещи, которые мы не сочетаем, брюки с юбками, все это одевать наверх. Смотрите, я сейчас буду показывать. Итак, на мне джинсы и просто простая casual рубашка. Я точно так же наверх сейчас одену джинсовую юбку и застегну ее на одну пуговицу. Что-то получается другое, что-то интересное. И уже, да, это не просто джинсы. Иногда джинсы могут быть слишком узкими, совсем-совсем такие скини, и вы наверх можете одеть любую юбку. Причем не обязательно джинсовую. Сейчас я покажу еще другой вариант. У меня есть вот такие вот юбки от Sakai Luck. Вот так называется компания Sakai Luck. Я точно так же на джинсы сейчас могу одеть такую юбку. Она на одной пуговице всего. И у нее такой есть бант. Довязать бант. Юбка будет здесь запах. Запах, конечно, будет распахиваться все время. И у вас будет еще что-то интересное. Может быть, любая обувь, кроссовки, все что угодно, сапоги, все что угодно. То есть еще вот такая вот юбочка. Наверх вы можете одеть любую курточку, все, что вам нравится. Но вот кроме этого, если у вас нет юбочки, то вы можете использовать любой шарф или платок. У меня здесь такой коричневый платок от Louis Vuitton, который я очень люблю, это подарок моих близких друзей. И вы точно так же можете поверх джинс, чтобы вам было теплее зимой, или просто одеть такой платок. Можете застегнуть его булавкой, вы можете прицепить красивую брошь, сделать это вот так. И вот еще один вариант одежды, который может просто разнообразить. Просто сделать что-то новое, что-то другое. Наверх вы можете одеть вашу любимую кожаную курточку или какой-то пиджак. Все, что у вас есть. Давайте попробуем застегнуть все это. Так. Нет, это не держит. Так что вот еще один такой вариант. Или вы можете использовать более легкий шарф. То есть я хочу сказать, хватит нам носить шарфы только на плечи. Давайте научимся еще и по-другому. Их так много накопилось в нашем гардеробе. Мы можем их просто завязать на бедрах. И у нас появится что-то новое, интересное, чтобы разнообразить джинсы. Как вам такая идея? Нравится? Мне тоже. Так что всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания.